Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я к вам пришла не совсем с радостными новостями, к сожалению. Связаны они с новым обновлением в Roblox, и касаются они бесплатных лимитных вещей, которые мы так с вами все любим. Скорее всего, им пришел конец. Да, это очень печально, но не спешите с выводами, сейчас я расскажу все более поподробнее, и досмотрите это видео обязательно до конца, чтобы точно понимать, что действительно происходит. Поддержите мой канал лайком и комментарием. Ну что ж, а я начинаю. Не знаешь, где быстро и выгодно приобрести робоксы? Тогда тебе на PlayRock. PlayRock – это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. К примеру, сейчас 400 робоксов можно купить со скидкой 12% за 439 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка осуществляется в пару кликов. Первое – выбирай нужный товар, оплачивай удобным тебе способом. 10 минут и все, 400 робоксов у меня на аккаунте. А также помимо доната здесь можно купить аккаунты либо предметы. Рейтинг у PlayRock 5 звезд. Более 3 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С PlayRock ваши покупки всегда в безопасности. Переходи по ссылке в описании и покупай товары по скидкам до 90%. А также подпишись на их телеграм-канал PlayRock, чтобы не потерять его в случае блокировки. И кстати, PlayRock проводит еженедельный розыгрыш в своем телеграм-канале, ссылочка в описании. Начну я с того, что сегодня утром я увидела новость от официального аккаунта Roblox в соцсети X или бывший Twitter. И тут сказано, что сегодня Roblox упрощает создание контента на Marketplace для всех, и это позволит создателям и брендам общаться со своей аудиторией, предлагая все более разнообразную коллекцию аватаров, одежды и аксессуаров. Вроде с виду новость безобидная на первый взгляд, и ничего плохого за собой как бы не несет. Но следом за ней пошла череда постов от разработчиков бесплатных вещей в Roblox, и не только, и все они жалуются на то, что Roblox с этим новым обновлением сильно повысил цены на выпуск лимитных вещей. И, к примеру, вот что пишет в своем посте Эван Бир, продюсер игр в Roblox официальный. Это безумие. 100 робоксов за единицу — это просто смешно. Раньше это было 10-30 робоксов за количество, ну, точнее, за одну копию, в зависимости от типа предмета. А сейчас это просто 100 робоксов. То есть, чтобы выпустить сейчас, на данный момент, с новым обновлением 5000 копий, потребуется 500 тысяч робоксов вложений, нежели чем раньше нужно было всего лишь заплатить 75 тысяч робоксов. Да, это тоже немало, но сейчас это просто разница в 666%. Это очень много и сильно ударит вообще в целом по всем. Начиная от отдельных авторов, которые начинают или, к примеру, уже имеют свои UGC-игры в Roblox, до крупных брендов. Это просто всех коснулось. И в том числе меня, потому что я, как автор контента, который вам каждый день показывает лимитки, сейчас я даже вообще нахожусь в непонятном состоянии, что мне делать дальше. И по этому поводу у всех авторов, не только у меня, началась паника. Кто-то уже сообщил о скором своем уходе из создания пользовательского контента. Вот, к примеру, пару постов. Так, к примеру, я нашла пост, подтверждающий скорое закрытие игры Spin for Free UGC. Это написала в своем дискорд-канале владелец игры. Пока что в эту игру еще можно зайти, посетить и, скорее всего, выиграть какие-то лимитные вещи в рулетке. Но скоро этому придет конец, поэтому, ребята, успевайте. Все это, конечно, очень грустно, и я так до сих пор до конца не поняла, зачем Roblox так борется за, так скажем, очищение игры от лимитных вещей. Сначала дал всем возможность творить, а теперь ее забирает обратно, эту возможность. И я лично предполагаю, что это связано тем, что большинство авторов создают своими лимитными вещами, особенно если они похожи на легендарные лимитки от самого Roblox, так скажем, некую конкуренцию официальным вот этим лимитным вещам и за маленькой стоимости по сравнению с их огромной стоимостью, и поэтому, так скажем, Roblox решил бороться со своими конкурентами, чтобы быть всегда лидером, я не знаю просто, как по-другому это объяснить, поэтому они, можно сказать, обрушили все планы молодым креаторам вот именно лимитных вещей. Ну и теперь, я думаю, в новых реалиях выживут только крупные игры по типу UGC Don't Move и Dance for UGC, но уверена, что их изменения тоже заденут
продвинут и не в самом лучшем плане. К примеру, вот что пишется владелица игры UGC Don't Move, Джесси. Я смотрю на ваши отзывы и постараюсь сделать все возможное, чтобы стать лучше. Я решила, нужно радикально изменить игру, и я знала, что это вызовет плохое отношение со стороны игроков. И сейчас я вам покажу, в чем уже произошли некие изменения в этой игре. Но что радует пока, что лимитки выходят, к сожалению, в малом количестве. Вот буквально еще сегодня ночью они представили вот такие вот волосы в платиновом стиле с хвостиком, и количество копий всего лишь 200 штук. На данный момент уже распродано 125 копий. Нужно, ребята, сделать целых 299 кубков в этой игре, чтобы получить, точнее, нужно собрать 299 кубков, чтобы получить эти волосы. Я вам скажу, что это вообще немало ни разу. И вот сейчас уже прогружаюсь в этой игре, и если мы с вами зайдем в вкладочку Get UGC, то увидим, что практически все вещи подорожали в цене. Сейчас они стоят уже 6,5 миллиона поинтов вместо, по-моему, 4,5. Они были абсолютно недавно. Не знаю, ради чего они делают, чтобы, наверное, дольше сохранить лимитки в игре, чтобы игра не теряла актив, но я не знаю, что будет конкретно дальше. Пока что так. И у меня, ребята, и для вас есть промокод. Сейчас мы его с вами введем. Он нам с вами даст 100 тысяч поинтов. Может, они хоть как-то вас немного обрадуют. Пишем Platinum Hair with Bow. И все, ребята, вводим этот промокод, пишем так же, как и у меня, где-то с большой, где-то с маленькой буквы, и вуаля, 100 тысяч поинтов получили. Ребята, советую вам скорее разбирать вещи в этой игре, пока у нас не началась общая массовая паника и вещи совсем не закончились. Не знаю, что будет дальше, будут ли еще какие-то лимитки, но, скорее всего, будут, просто уже в меньшем количестве и с большим количеством поинтов для их получения. В любом случае, играйте, пока есть такая возможность. Также и автор игры Dance for UGC тоже очень сильно расстроен этими новостями, но пока что эта игра нас с вами радует новыми лимиточками. Сейчас я вам их покажу. Во-первых, это вот такой вот желтый свитер за 2 миллиона кубков. Он очень шикарный, мне он безумно понравился. 1500 копий, на удивление, пока что это очень здорово, не 200 штук. И также еще в этой игре представлен вот такой вот рюкзак в виде черного мишки, тоже 1500 копий. И задание собрать 900 тысяч кубков. И также еще вот такой вот рюкзачок тоже представили в виде 2000 копий. Пока что распродано только 3. И его можно выиграть в рулетке. Ну что ж, и довольно-таки интересно. Кстати, вот посмотрите, как на мне смотрится этот свитер, очень классный. Давайте зайдем в эту игру, у меня тут в ней также для вас есть один промокодик, тоже его введем. Также, ребят, зашла в эту игру и зашла в свои Daily Rewards и получила 10 тысяч кубков. Вот так вот очень легко и просто, представляете, я прям очень рада. Так что не забывайте отмечаться, и если мы с вами зайдем в наш UGC Store, то еще видим, что пока что лимиточки есть в довольно-таки немаленьком количестве, то есть вы еще можете на них потратить свои кубки. Что будет дальше, будут ли другие лимитки выходить, тоже пока еще не ясно, нет никаких новостей, но в любом случае возьмите, купите, если давно хотели, если уже накопили, но до сих пор не потратили свои кубки, потратьте, потому что потом, возможно, уже будет поздно. Ну и теперь давайте зайдем, введем наш промокод. Ну и называется он у нас All Night. Вводим и получаем 35 тысяч кубков. Ребят, вводите скорее, возможно, это вообще последние промокоды, а может быть и будут еще, кто его знает. Если честно, я не знаю, что нас с вами дальше ждет, ребят, но факт того, что лимитных вещей в играх станет меньше и они станут дороже, это точно, к сожалению. Скорее всего, некоторым не сильно популярным играм в стиле АФК придется тоже закрыться. Но я надеюсь, что наши самые любимые игры выживут и останутся, пускай и с такими правилами. Я вам всем советую, ребят, поддержать этих авторов. Вы можете купить за робоксы их вещи внутри их игр, хотя бы так оказать им поддержку, если у вас есть такая возможность. Ну и сейчас давайте также я вам расскажу про остальные игры, где мы с вами до сих пор еще можем получить лимитные вещи. И лучше, конечно, поторопиться, потому что скоро выпуск совсем прекратится.
К примеру, сейчас у нас с вами вышли вот такие вот интересные белые наушники. Количество копий всего лишь 200 штук, но и разбирают довольно-таки медленно. На мне, ребят, они, сейчас я покажу, как смотрится. Вот так вот на шею одевается. И чтобы получить, ребят, эти наушники, играть мы с вами должны вот в эту игру. Как вы, наверное, уже догадались, здесь в этой игре мы с вами должны эти наушники выиграть именно в рулетке. Вот здесь вот внизу кнопочка такая, видите, есть. Нажимаем на рулетку и крутим. Каждые, ребята, 2 минуты нам дают один спин. И пока что в этой игре мы еще можем получить вот такие интересные лица. Затем вот такой вот чик, бэкпэк. Ну и также наши наушники. То есть 4 предмета еще здесь у нас с вами есть в наличии. Так что пробуйте свою удачу, можете что-то довыиграть. Следующая, ребята, у нас с вами игра. Это Play for UGC. И здесь у нас также еще есть лимиточки. Давайте сейчас я вам их покажу и покажу, сколько еще копий осталось. Ну и это, ребят, у нас вот такие вот голубые рукава. Также у нас еще здесь есть такая розовая кофточка за 436 тысяч поинтов. Вот эти рукава у нас уже out of stock. И смотрите, ребят, у меня как раз немного хватает поинтов, 600 тысяч. Сейчас я хочу приобрести эти рукава, пока они есть в наличии, и их осталось совсем еще немного. Поэтому я, наверное, потрачу эти поинты, вдруг они мне больше никогда не пригодятся. Ну а также здесь еще есть вот такой вот меч, а они у нас все уже в out of stock. То есть совсем немного вещей еще тоже осталось получить. Так что, ребят, если в этой игре у вас также есть поинты, потратьте их лучше сейчас. Ну и, конечно, меня очень расстроило закрытие игры The Circle Game. Конечно, в нее сейчас еще пока можно зайти, но когда мы, ребят, тут с вами прогружаемся и заходим в вкладочку Claim UGC, видим, что тут все просто черное и везде написано Out of Stock. Только единственный какой-то черный куб в виде головы можно купить за 1 миллион поинтов и 200 тысяч кубков. Это очень много. Я не знаю, что люди тут до сих пор еще делают. Наверное, хотят получить эту голову, хотя она вообще бесполезная. Ну и, конечно, меня очень не печалил вот этот факт. Видите, вокруг все упало на пол, как будто время замерло, и все наши вот эти лимиточки, которые мы когда-то получали в этой игре, они вот так вот никому не нужно валяются по кругу. Мне прям вообще грустно от этого. Также, ребят, еще хочу упомянуть про игру Train for UGC. Здесь же наоборот, все пока что еще работает. Здесь еще есть бесплатные лимитки, и даже, ребят, я тут для вас нашла пост с, походу, актуальными промокодами, которые вы можете ввести и получить дополнительные поинты. Я же уже эти промокоды вводила, у меня они не действительные, но если вы только зашли в эту игру и хотите тут получить лимитки, тут еще пока можно получить вот такой рюкзак, шапку, потом заячьи ушки. Везде, конечно, правда, нужно накопить около 1 000 000 поинтов. Вот, принцип игры очень похож на игру Dance for UGC, но вы можете ввести эти промокоды, чтобы, так скажем, ускорить свой буст и рост в этой игре. Ну и еще, ребят, есть ряд игр, про которые я не рассказала. Я думала, что выпуск у меня получится гораздо короче. Но, ребята, эти игры не влезли в мой выпуск, поэтому все ссылочки я ставлю в описании к этому видео на игры, которые еще до сих пор действительные, и в них можно получить лимитные вещи. Ну и, ребят, подвожу итоги, что пока я думаю, что нам лично с вами не стоит наводить панику, и, безусловно, новости эти, конечно, очень печальные. Но, с другой стороны, мне бы хотелось верить, что с этими новыми изменениями официальные разработчики самого Roblox будут снова чаще выпускать ивенты с бесплатными вещами в безлимитном количестве, как это было раньше. В противном случае, если не будет ни лимитных и бесплатных вещей, то что нам с вами вообще придется делать, я вообще без понятия. Какие видео снимать для вас дальше, я тоже пока не знаю. Если у вас есть какие-то идеи, то обязательно напишите мне в комментариях. Но пока не будем унывать, а будем следить дальше за развитием событий. Больше информации обо всем вы сможете найти в моем телеграм-канале, так что подпишитесь и поддержите меня, потому что я пока сама нахожусь в таком небольшом отчаянии. Ну а на этом, ребятушки, все. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, поддержите канал. До новых встреч!